да? Взяли на кухню. Ага. Дома. Нажимаем. Что? Смотрите, закончил. Гора Снежка. Это такой подиум для туристок. Красивых туристок. А, конечно. Длинный такой. Чтобы успели показать красоту всем. Вот так вот облака рождаются в долине. Поднимаются наверх. Вот так, не так, вот так. Раз, два, три, елочка, гори. Так, все застыли в позе этого, как кто что. Кто какую камасутру читал, в той позе застывайте. Все. Вылазь куда-нибудь. Вот этот процесс, пожалуйста. Там дождик идет. В больших горах. А тут... Вообще все замечательно. Такая разная погода. Не сильно-то он хочет убегать. Знает, что я ему ничего не сделаю. Вот и все. Ну давай уже. Такое чудное озерцо. Немножко в стороне от тропы. Там есть и родник. Много места для палаток тут. И еще и навес со столом. Все условия. Лабиринты каменные. Elephant Square. Слоновый, слоновая площадь. Падает. Ай, не надо. Это человек. Староста. Щель называется мышиная дыра. Идемте. Такая у него ширка. 50 сантиметров написано тут. Мама сюда не пройдет. Широкими... Вы широкими плечами тут только бочком. А с животом просто никак. Только как Винни-Пух можно застрять. Сегодня мы в Теплицких скалах. И вот это вот такой склад сыра. Нашим что? Столбы Велкохрамового на месте. А тут лучше, чем в Адершпахе, да? Да. Как прямо так. Прямо супер. Такие высокие, высокие. И вообще сомкнулся полностью каньон здесь. А там я маленькая. Такая видовая точка со скалы на Бурмовску. Такие вот тут дорожки в лабиринтах. Так, узкий такой проход, 60 сантиметров. Так, ну, ух, мой рюкзак с обоих сторон обтерся. Что тут? Кочка, это значит кошка. Ну, вообще-то похоже, так, куда дальше?
Ага, дальше сюда. Блин, опять Кутовский проход. Это называется скальный театр. Скальный дивадло. Круто. Вот они, эти стервятники, которых тут гнездо. Нагромождение замшелых глыб. Не больше, чем вам кажется на этом видео. Большие глыбы. Так, алло, гараж. Алло. Алло, ты что, не слышишь вообще? Давай фигачь отсюда. Уч! Уч! Да ну вообще не пуганный зверек какой-то. Капец. Что это так? Как тебя зовут-то хоть? Ласка или шо? Такое хвостатое. Ага, да-да-да, сейчас я тебе в этом пакете не прикуплю. Эть! А, поймал. Поймал она в пакете. Пакете. Вот тут. Вот тут сидит. Каменно брано. Каменные ворота. Иду я, значит, на выглядку. Называется она Коруна. Ну, думаю, ну, наверное, тут что-то крутое. Корону увижу там. Или еще смотрю, ничего нет. Обычный вид на долину. Да, корону я таки увидел потом. Вот. Вот этой башки носорога стоять осталось совсем недолго. Вот тоже такая тоненькая шеечка. Наклоненная вообще непонятно, как держится еще.